Всем привет! В Skyforge началась новая акция. Орден Астрала называется. Такие вот призы. Опять в этот раз это долбанутый экзоскелет, часть экзоскелета. Мне вот, лично мне самому это задолбало вот эти вот награды в виде экзоскелета и еще там вот эти вот реликвии для адептов. Надоедают они. Вот предыдущая акция была вроде прикольная, а это что-то не очень. Вот. На 1250 вот опять когти Астрала. Тут, короче, у него бонус, он это, раскол брони у него характеристика. 120%. А здесь у ботов, короче, тут у него получается характеристика урон по миньонам и защита от миньонов увеличены на 160%. Да, прям нужный стат защита от миньонов. Там кто-то прикололся, что ли? И супер призов тут вот медальки победителя 5к, потом 500 очков прогресса и сундучок с оружием. Ну, радует то, что в эту акцию можно заработать 7500 медалек победителя. Это вот на 300 прогресса это 1500 медалек, и плюс продав вот эти вот 3 штуки, получишь еще 6000 медалек победителя. Ну, еще вот тут есть 7 дней премиума. Че, ну, тут еще есть ментальный концентратор. Я до него, наверное, не дойду. Так, что у нас там на втором круге? Медальки, да? И ничего интересного нет. Есть сундук вот со знаками. Давайте почитаем, что у нас там за история в этот раз. Элинар, без сомнения, можно назвать самым безопасным местом Элиона. Война не коснулась его. Те, кому посчастливилось жить здесь, не знают страданий, и иногда избыток достатка и свободного времени приводит к интересным результатам. Жители столицы чаще, чем когда-либо еще, создают ордена, мистические союзы и ложи, в которых бурлят скрытые страсти. Обычно эти союзы безвредны и бессмертно закрывают на них глаза, оставляя их горожанам на как игрушку капризному ребенку. Но в последнее время в Элинаре все большей популярностью пользуется Орден Отречения. Харизматичный лидер Ордена Оливер Слайс, зовущий себя пророком и недавно вернувшийся из духовного путешествия, охотно принимает новых членов и делится с ними сакральными знаниями. Мистический флер и легкое чувство опасности привлекают все больше последователей, готовых постигать тайны. Рост Ордена Отречения не на шутку беспокоит Прию, чутье которой подсказывает, что его секреты имеют гораздо более мрачный характер. Известной журналистке требуется группа профессионалов, которые могли бы под видом неофитов проникнуть в святая святых тайного общества, и она знает, что в таких вопросах она целиком может положиться на ваших адептов. Понятно, короче, какая-то секта образовалась на Элионе, и мои адепты должны там разнюхать, что и к чему. Нафармил вот я 3750 разведданных и потратил я на извлекателей 15 миллионов. Ладно, давайте начинаем кликать. Thank you.
что ж, программа минимум выполнена. Я дошел до вот этих вот зеркальных кубов, и что-то прям странно, в этот раз падало даже несколько раз по 50 прогресса и даже по 25 прогресса. Да ладно, давайте сейчас продам вот эти вот штуки. Получается вот 6000 медалек победителя. И вот этот вот мусор. Так, ну вот получается, дошел аж до 900 прогресса вот тут. 904. Ну и буду, наверное, уже видео завершать. Всем спасибо за просмотр и пока.